Газете «Северная Осетия» 105 лет. Со знаменательным событием редакцию издания поздравил Сергей Миняйло. В своем обращении глава республики отметил, история газеты неотделима от истории страны и республики, от тех событий, которыми жила и живет Северная Осетия. Корреспонденты издания всегда были в гуще общественной, деловой, культурной жизни региона. Эти традиции продолжает нынешний творческий состав работников. Сегодня, в период переосмысления методов работы с информацией, ускорения процессов, появления новых мультимедийных подходов, перед сотрудниками газеты открываются новые возможности для роста и развития, расширения читательской аудитории. И коллектив, следуя современным медиатенденциям, адаптируется к новой информационной реальности, использует в своей деятельности не только традиционные средства доведения информации до подписчиков, но и цифровые, соответствующие времени и запросам самых разных категорий читателей.